Диана Апостолова. Светлана Барто, Молдавия. Пожалуйста. Наталья Нагибина, Россия. Павел Жуков. Валентина Димитрова. Елена Пола. Наверное, так звучит. Полянский. Наталья. Болгария. Болгария. Наталья Дальниченко. Белорусь. Беларусь. Дэвид Котовского, Македония. Антонина Краснова, Россия. Антонина Краснова. Россия. Наталья Нигинина. Россия. Ульяна Кобович, Наталова. Ульяна Лущевская, Россия. Кристиана Лущенко, Россия. Россия. Да, это. Светлана Невзорова, Россия. Браво! 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 Юлия Житская, Украина. Украина! Да. Людмила Лебедева, Россия. Моя Ульяна Тоболич. Ульяна Тоболич, Россия. Кто еще не получил сертификат? Все получили? Мы завершаем нашу рабочую часть. А, наверное, надо сказать одно-два слова. Можно сказать, что у нас есть время? Да. Два. Ну, давай. У меня целое предложение. Хотела поблагодарить всех участников за такой теплый праздник, который вы нам устроили своим приездом. Еще я очень хотела сказать спасибо, огромное спасибо Владимиру Никитину, Наталье Никитиной, Бойче Автову, Валентине Автовой за то, что они пригласили меня в качестве устроителя, хотя я ничего не делала, честно вам признаюсь. Но мне так приятно, я искренне благодарна, потому что вот, большая честь для меня стоять здесь и вот, вручать сертификаты. И если позволите, маленькая притча. Один мудрец подарил детям очень хрупкие игрушки. Дети играли, но игрушки разрушались, ломались, и родители пришли и спросили его: «Ты же мудрец, почему ты даришь такие хрупкие игрушки нашим детям?» Он сказал: «Скоро они вырастут, и кто-то подарит им свое сердце. Пусть они уже сейчас научатся относиться к нему бережно». Спасибо всем вот за этот подарок нам. Я хочу от себя буквально одно предложение спеть. Можно? Хай вас і в нас все буде гаразд, щоб ви і ви щасливі були. Для меня это чудо, которое произошло. Мы как-то так мечтали об этом, так, знаете, где-то что-то такое витало, только оно прилетело и состоялось. Поэтому... Спасибо. Да. За следующий стрим. Да, то есть нет, завершающую точку ставит Автову Бойче, как тот, кто это все сделал. Нельзя сказать, как тот, который это все сделал, потому что все это сделали вы.
и мы как-то. Я надеюсь, что мы будем встречаться не только в Болгарии, потому что у меня серьезная программа, я должен всех вас проверить, как вы на своих рабочих местах работаете с клиентами. Но на всякий случай готовьтесь к следующему фестивалю. В 2012 году все приглашены. И фотография на память. Все на сцену. Пожалуйста.